Вот у нас испанская неделя в супермаркете, вот так вот продаются колбаски. Люди могут подходить, выбирать все, что они хотят. Вот так вот все это висит. Здесь вот такая испанка красивая. Здесь вот вина, здесь вот вина. Сейчас покажу тоже колбаски. Здесь вот. Вот это вот шампанские и вина, которые, ну это не шампанское, это как вино газированное. И вот такие вот цены, это на шампанское. И вот вина французские, это, ну, сейчас я поближе подойду, чтобы цены было видно лучше. Красное вино. Покажу укроп, смотрите, какой ужасный, и по 2 евро. Ужас, а не укроп. Выбираю снова цветы для террасы и смотрю, такие зайчики симпатичные. Такие с луковичками. И вот такой вот цветочек, не знаю, что это. Очень красиво смотрится, но я не знаю, как название его кампанула. Как за ним ухаживать и будет ли он у меня расти. Очень красивый, либо большой, цены такие небольшие, я бы сказала. Вот какая красота, смотрите, клубника в горшках цветет, и можно будет вот тоже на террасу купить и выращивать, цена горшочка 10 евро, уже ягодки есть даже. Хочу показать, сколько здесь продуктов, которые уже готовые, что люди не заморачиваются готовить что-то дома. Ты пришел, ты можешь купить все, что ты хочешь. И лазанью, и макароны, и какие-то вот и павела, есть все готовое уже. Но здесь целый стенд. Показываю, даже есть тартифлет. Картофель по-французски или мясо по-французски, уже в готовом виде. Здесь вот и салаты разные, бутерброды, все что угодно, пиццы, это немецкие такие штучки, очень вкусные вот эти пирожки. Смотрите, сколько. Выбирать не хочу. Ну, а это святая святых, это здесь продаются французские сыры. Вот это маленькая-маленькая толика того, что находится в магазине. Вот это здесь они уже расфасованные. Это лучшего качества сыры, чем сыры, которые продаются вообще там, ну, в отдельном, там, где в основном сыры. И вот смотрите их сколько. Вообще огромный выбор. Сейчас я покажу там, где вот эта вот франжиль, как она называется. Здесь вы можете подойти и попросить, чтобы вам отрезали непосредственно.